Всем привет! Сегодня в видео я буду показывать и составлять образы в колледж. Покажу сегодня 5 образов, так как в среднем мы учимся 5 дней в неделю, и будет логичнее показать 5 образов. Сразу скажу, я не стилист, не дизайнер какой-нибудь там. Я одеваюсь, как я чувствую, как мне нравится, поэтому если вдруг ваш вкус или ваши приоритеты в одежде не совпадут с моими, это совершенно нормально. У каждого свое. Также хочу вам показать несколько покупочек из секонд-хенда. Я эту одежду специально для колледжа покупала, чтобы составить образы, снять видео back to school. Поэтому сейчас все вам покажу. Что ж, первое — это вот такая вот большая кофта, так не видно и непонятно, я вам сразу в примерке буду показывать. Она стоила рублей 150, она мужская, мне очень нравится, что она на мне висит как мешок, все, что я люблю. Дальше сразу буду показывать в примерке, это вот такие вот штаны расклешенные в коричневом цвете. Мне тоже безумно понравились. Они уже стоили рублей 300. Там была акция в магазине именно на брюки. Вот, и я урвала за 300 рублей вот такие вот чудесные брючки. И последнее, что я купила в секонд-хенде, это вот черные джинсы. Обошлись мне тоже очень дешево, рублей 200. Они на высокой талии и свободные снизу. Немножко выцвел цвет, но, знаете, такой больше черно-серый теперь. В общем, это все покупочки из секонд-хенда к колледжу. Больше я пока не смогла найти ничего в секонд-хенде. В общем, сейчас будем составлять образы из всего вот этого, из всего моего гардероба. Так что приятного просмотра. Первый образ я составила из коричневых штанов и воздушной блузки. Эта блузка тоже секонд-хенда. На тот момент она стоила мне 120 рублей. Вообще большинство вещей я буду показывать на себе, которые из секонд-хенда. Вот так вот выглядит низ. Дополнила это все чудесным ремешком-сердечком. Из аксессуаров решила добавить серьги-крестики. И убрала волосы назад в пучок. Подобрала сюда черную сумку, мне кажется, она сюда хорошо вписывается. Также эти штаны можно совместить и с базовой черной кофтой. Второй образ состоит из бежевых джинс, коричневой футболки и теплой рубашки. В застегнутом виде мне нравится больше. Дополнила бежевым шопером с милым аксессуаром. Вот так вот выглядит низ, штаны слегка свободны. Третий образ составила из клетчатой юбочки и безумно милой кофты, нежно-розовой. Юбка из Shein когда-то была куплена, а кофта уже когда-то давно в секонд-хенде. Изначально она была однотонная, но впоследствии я добавила к ней этот чудесный рисунок. Рисовала я его сама. Четвертый образ достаточно прост, в плане, что он не многослойный. Это платье толстовка из Бифри. Добавила сюда бежевый портфель и решила, что сюда просто необходимы сладкие аксессуары в виде мишек. Итак, это уже пятый образ. Составила его из большой мужской кофты и бордового сарафана. Сочетание получилось очень милым. Особенно понравилось, как сидит на мне здесь эта кофта. Добавила сюда также бежевый портфель. Еще попробовала эту же бежевую кофту совместить с клетчатой юбкой, и получилось достаточно неплохо. Ну и последний образ состоит из черных джинс, легкой серой кофты и клетчатой зеленой рубашки. Также все это из секонд-хенда. Добавила сюда маленькую деталь еще в виде небольшого кулончика. Вот так выглядят джинсы снизу. Там есть такой вот вырез, и они свободные. Ну что ж, это все. Надеюсь, вам понравились мои образы. Если не понравились, то просто спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться, потому что у меня очень большой процент смотрит без подписки. В общем, хочу еще пожелать вам хорошей учебы, хорошего вам учебного года,
чтобы все мы закончили на отлично. Вот в этом году я не в роли студента, а уже в роли преподавателя, что тоже диковато для меня. В общем, всем нам удачи, всем добра и всем пока-пока.